перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки. Круто, все круто, и мы продолжаем играть, дорогие друзья, в нашу замечательную игрушку. Давайте, собственно, будем дальше проходить нашу замечательную игрушку, которая называется «Зомбики», ребятки. Давайте, погнали. Так, конечно же, все берем, зомби-цунами полетели. Ого, сколько людей, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, как же это вкусно, ребята. Давайте машину, наверное, мы с вами перевернем. Ох, ням-ням-ням, монеты, как это вкусно, ребята. Круто, ха-ха-ха, тыквенная голова побежала вперед. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, отлично, дорогие друзья, просто супер. Просто замечательно, я считаю. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали дальше. Так, ну что ж, дорогие друзья, смотрите, что у нас здесь есть. Мы с вами практически полностью собрали коктейль для того, чтобы открыть новую прическу у зомбика. Называется она Элвис прическа. Прическа Элвиса Пресли. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, сколько у нас там мозгов есть. Давайте, наверное, будем продавать. А, нет, продавать мы еще пока не будем. Так, ну что ж, ребяточки, давайте купим Элвис Вик. Так, ну что ж, Элвис Вик, ребятки, мы купили. Теперь у нас зомбики, ребятки, похожи на маленьких Элвисов. Вы только посмотрите, с какими они прическами бегут. Правда, прикольно. Давай, давай, давай. Отличненько, дорогие друзья. Я перевернул автомобиль, и это просто замечательно, ребята. Вау, круто. Вау, прыжок, прыжок. Отличненько, ребят. Классно. Прыжок. Отлично, отлично. Просто супер. Вай-вай-вай-вай, ребятки, вы это видели? Вы это видели? Это просто надо было реально видеть. Так, ну что, давайте автобус перевернем. Отличненько, ребята, и мы с вами смогли перевернуть автобус. Прыжок, ждем, прыжок, еще один. Отличненько, прыжок, еще один, круто. Еще один прыжок, отличненько, просто замечательно. Еще один, классно. Так, отлично, дорогие друзья. Прыжок, прыжок. Вай. Бум. Так, футболисты, футболисты. Давайте как-то решать наши проблемы другим путем, потому что нас сейчас могут просто уничтожить вот эти вертолеты, которые здесь летают. Прыжок, ребята, отлично. Бомба взорвалась. Еще одна. Отлично, просто замечательно. Самолет. Ого, мы перевернули самолет. Ребята, вы представляете, какая тяжесть. Это же сколько нужно иметь сил, дорогие друзья, чтобы перевернуть такой огромный самолет. Перфект, дорогие друзья. Это означает, что мы собрали практически все монеты, которые встречаются на нашем пути. Отлично, ребята. Просто супер. Давай, давай. О, аэрбэк, ребят. Мы перевернули самолет, и это просто замечательно. Одного зомбика потеряли на ямах. Ой, половину зомби, ребятки, потеряли на ямах. Осталось 26 зомби, было у нас 40 почти. И вот половина зомбиков на бомбах сейчас, как всегда, взорвется. О, парашютиста мы съели. Так, вертолет, отлично. Мы сбили вертолет. О, давай автобус переворачиваем. Хорошо, прыжок. Ой, что это? О, золото! Все зомби превращают все в золото, ребята. Которому зомбику я не дотронусь, он превращается в золото. Отличненько, ребята. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Вот это да. Вау, вау, вау. Классно. Отлично. Оу, ребяточки, я еле смог перескочить реально. Давай, давай, отличненько. Даже самолет перевернули. Так, ну что ж, как всегда, половина зомбиков, ребята, выжила, половина зомбиков разбилась. И это, конечно же, естественно для нашего уровня. Пацаны, потому что, понимаете, ребят, посмотрите, мы с вами уже... Посмотрите, сколько мы выиграли с вами. Да, конечно, продать. О, у нас еще куча есть мозгов, дорогие друзья. Давайте перейдем, наверное, в маркет и купим... Вот, вот такие вот штучки, ребятки, которые помогут нам открыть все более и более разные прикольные штучки.
У, опять Элвиса, ребятки, бегут, и это просто замечательно. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, зомбики бегут, тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан, зомбики бегут, отлично, отлично, просто замечательно. Я считаю, что это просто круто, ребят. Так, переворачиваем и этого. Классно. Вай-вай-вай, вот это да, да что ж творится-то здесь, а, ребят? Вы только посмотрите, что здесь творится, ребята. Ух, ребят, я чуть не попал на бомбу, и вертолет чуть нас не зацепил. Но мы с вами вовремя убежали. Отличненько, переворачиваем автомобиль и берем с вами... А что здесь, ребята? А здесь опять у нас футболисты. Мы футболисты, вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай, мы футболисты. Так, отличненько, ребятки, просто супер, я так думаю, я так считаю. Ого, ребята, вы это видели? Вы это видели? Это же просто капец. Вот это приколы, а. Таких приколов я не видел еще, парни. Прыжок. Отличненько, дорогие друзья. Просто супер. Еще один. Отлично. Просто классно. Ой-ой-ой, прыжок, ребята, прыжок, прыжок, отлично, классно. Прыжок, отлично, просто супер. Ого, ребята, огромный мужик-мозг, зомби-мозг, который порабощает, дорогие друзья, всю вселенную. Вы только посмотрите на это. Вы только посмотрите на это. Ого, вот это да. Отличненько, ребяточки. Я просто уничтожаю лазерами все, что попадается на моем пути. Перфект, отличненько. Даже из мусорника. Там человечек в мусорнике, ребятки, прятался. И мы его оттуда выкурили. Ого, вот это да. Посмотрите, какая война. Я все лазерем, ребята, все лазерем вот этим я изрезал. И у нас 35 зомбиков, дорогие друзья. И нам нужно держаться в купе, потому что как только мы, ребятки, разъединимся, у нас сразу же пропадет какое-либо вдохновение. Один зомбик остался живой, и тот, ребяточки, подорвался нам бомбе. Ну что ж ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Давайте, дорогие друзья, как-то будем потихонечку выруливать из этой ситуации. Так, ну что ж, продолжаем дальше. Так, пока мы еще не набрали полную. О, ребяточки, скоро будем продавать опять мозги. Так, ну что же, ребятки, давайте опять, как всегда, по новой будем все делать. Так, отличненько, дорогие друзья, побежали. Элвисы готовы, вперед! Так, отлично, просто супер, я так думаю, я так считаю. Ой-ой-ой, прыжок, отлично. Перфект, круто. Побежали, 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 зомбики, вперед, 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 вперед. Вах-вах-вах-вах-вах-вах-вах, да что ж творится-то, а, зомбики. Отлично, просто замечательно. Перфект, круто. Давай-давай-давай-давай, отлично, дорогие друзья. Прыжок. Классно. Ого, ребята, вы только посмотрите, ха-ха, вот это прикольно, да, посмотрите, какое у нас здесь разнообразие. Мы летаем, ребята, у нас головы надуваются наши, и таким образом мы, ребяточки, летаем, ой-ой-ой. Так-так-так-так-так. Давайте полетаем, ребяточки, немножко. О, мы даже автобус, ребятки, перевернули, зацепили, ой, даже дядю съели, и тетю перевернули на машине. И это просто замечательно. Ох, там машины едут аккуратно.
Так, ребяточки, ну что ж, спустились мы уже на землю, наши головы поздувались, и как всегда мы на ямах начинаем терять наших замечательных зомбиков. Так, переворачиваем самолет, но, ребятки, я не знаю почему, но мы не смогли перевернуть, дорогие друзья, самолет. Нам не хватило совсем немножко, так сказать, времени. Так, ну что ж, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что этот выпуск на канале Вечное Детство подходит к концу. Ребята, если вы еще каким-то образом не подписались на мой канал, обязательно это сделайте, и будет куча прикольного. Нажимайте на клоуна, которого видите сейчас у себя на экране, и подписывайтесь на мой канал. А с вами был, ребятки, как всегда, Юра, вы были на канале Вечное Детство. Мы сегодня играли, дорогие друзья, в зомби-цунами. Пока-пока.